Сарове создадут филиал МГУ имени Ломоносова. Об этом на пресс-конференции заявил директор ядерного центра. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин после посещения Сарова. По словам Валентина Костюкова, это даст новый вектор развития территории и привлечет в город необходимых специалистов. Причем определена, уже на первую часть определена ее стратегия и тактика, которая связана с воспитанием здесь штучного товара в области теоретиков, лазерщиков, математиков, теоретиков-физиков, которые фактически начнут обучение со следующего года по категории магистров и дальше получат их развитие. Расширению возможностей ядерного центра, в том числе и доступности филиала МГУ, будет способствовать новый аэропорт. На первом этапе проработана логистика до Москвы. Перед прилетом президента аэропорт прошел все испытания. Тестировали в том числе и прием тяжеловесных самолетов в дневное и ночное время. Вопрос с регулярными рейсами для обычных граждан пока открыт. Если на уровне законодательной базы будет принято решение какое-то о региональной авиации, соответственно, мы все заявки мы отслеживаем, подадим. И если будет какое-то бюджетное дополнительное содержание и финансирование, конечно, этим воспользуемся. Поэтому, как я уже сказал, любой житель города Сарова, либо командировочные люди, либо еще, которые имеют соответствующие допуски, вполне могут спокойно прибывать на территорию ЗАТО. Более 170 миллионов рублей уже потрачено ядерным центром на борьбу с коронавирусной инфекцией. Большая часть этих средств была направлена в КБ-50 в качестве дополнительных выплат медикам, обеспечения персоналом средствами защиты, необходимым оборудованием и транспортом. Необходимо четко вот эту борьбу сопровождать современной диагностикой, тестированием. По диагностике все мы также знаем, вот компьютерный томограф, КТ слово. Ну вот пришлось нам в середине года заниматься его серьезным ремонтом. Сейчас он как бы работает бесперебойно, обеспечивая огромный объем диагностических работ. Наши аппараты Тианокса также переданы в клиническую больницу, в ПОМС, где находятся наши сотрудники, наши жители города. Для сопутствующей дополнительной терапии. На сегодняшний день проведено 95 тысяч тестирований. То есть практически эта цифра, она один к одному сопоставима с населением города Сарова. Как отметил главный инженер ВНИЭФ, к решению проблемы с COVID-19 в ядерном центре подошли системно. Это позволило выполнить плановые задания в текущем году в 100% объеме и создать задел на градообразующем предприятии на следующий год. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.